магазин. Сделали вот такие вот лавочки возле супермаркета. Фонарики такие вот. Все идут. И мы идем с вами, Снежана, в рост. Так, мясные ряды, мяско. Мяско почем? Ну, цены пока нормуль. Так, ребят, сейчас пойдем вот туда, посмотрим, что там открылось. Так, магазины. Галя. Юлия. Ага, я Галя читаю. Это что, Вито? Вито Форелли. Короче, чемоданы. Сумки, да. Так, остров красы. Стронг. Это харчевание спортивное, кому надо. Идем дальше смотреть. Тут что-то пусто. Какое-то такое. Пустота. Странно, идем дальше. Так, цацки. Но мы сейчас, так это еще не очереди, завтра. Ну, сейчас вечер же, да, конец дня. Да, хоть пятница, хоть новый супермаркет. Это... Ой, тут что-то большое стоит, глянь, какой экран там или что. Да, наверное, экран. Там вот супермаркет. А что тут дают? Завтра будет розыгрыш, можете взять, почитать. Слушка, а скажите вообще с чеками, когда это? Завтра. Приходить сюда с этим чеком? Не с этим, с новым чеком, завтрашний чек. А, только завтра. Да, вот 500 гривен и приходите сюда. Какая сумма? От 500 гривен. Так это карточку дадут или что? Нет, это вы карточку вместе с товаром сканируете на кассе, с этим чеком приходите и разыгрываться будет лотерея. Вот эту берешь, покупаешь 500 гривен, сканируешь это, лотерея, этот чек, и тогда зарегистрировано. Правильно я понял? Девочки. У вас карточка есть? Класса, нет. Вот вы когда будете делать покупку, вы ее купите на кассе. Зарегистрируете эту карточку и придете вот сюда для того, чтобы... А карточку дадут, если скупимся на 500, да? Она продается на кассе. Если чек свыше 200 гривен, то за 10 копеек. Ага, все, на 200 гривен надо. Все, я понял. На 200 гривен надо скупиться и дадут карточку класса. Аня, у тебя есть карточка класса? Нет? Да ну, я где она? Она у нас не активована. Ну, 200 гривен это такое, молочка купить, дорого можно. На третий сейчас пойдем посмотрим. Не, можно и продукты сходить. Миша, продукты будем на 200 гривен или не будем? Ну, не сегодня. Молочка там. Завтра. Завтра? Чеки только завтрашние. Ну да, завтрашние чеки только, да? А завтра сходим, да. Ты пойдешь за продуктами? Мы хотим, я хочу третий этаж сейчас еще посмотрю. А тут он для какой-то розыгрыш будет с лампочками разыгрывать. Он завтра будет. Да, да. Папа направо. Так, что там он? Давай.
Так, смотрим, что здесь. Торговая галерея. А это последний этаж, Мил? Или я есть не еще? Знаю, мы сюда не поднимались. Или еще там есть? Еще да. Ну, я же говорю, должен же еще кинотеатр быть. Ой, вот это красивая зона. Пойду же в Африку сфотографирую. А это не проход, это магазин. Сансей еще не открылся. Такие шарики кайфовые. Классные. Солодковато. За чек ведь 50 гривен. Солодковато. Обійми мене. И жирафчик. Этаж магазин. На рівень выше. Завтра полазим. А, тут все. Постельное, игрушки. Коллинз. Магазин. Ну, пошлите туда, пройдемся по ряду. Какие магазины посмотрим? Ножи, зброя. Моника, магазин. Вализа, книжки. Коллинз Оутлет. Типа, Оутлет это ж типа скидочная, да, магазин? Типа, да. Ну, сорочки, чего. Туалет. А? Цветочки. Нижнее белье. Мега сток. Куртяшка такая неплохая, да, вот. Ну, кожа, как обычно. Ага, кафе того места, 50-я параллель. Только оно какое-то еще не закрыто. У них там спецобслуживание. И МИДа. Ну, кафе, да, закрыто, наверное, спецобслуживание у них. Празднуют. Ну, короче, как-то так. Идем еще посмотрим. Ой, гляньте, какие кактусы. Это их поливают, наверное, какой-то водичкой. Между прочим, 120 гривен. Слышишь, Мил? Мила, это что, 120 гривен, да, вот это вот такая? А это их чем-то поливают таким? Конечно. Специально. Водите. Класс. Красиво. А такой кактусик 80. Орхидеи красивые. А вот тоже поливают, да, такой цвет орхидеи. Боже, 400 рублей, кошмар. Я кактусы люблю, они у меня не сразу умирают. 50 гривен. Все остальное у меня умирает. Мил, видела, какой цветочек? Иди сюда. Никакой. И вот этот, глянь. Ну да, я прочитала. А, вот, глянь, какие бонсай мини. Вот это нам такой надо, такой не умрет. Все остальное у нас умирает. Мини-сай, какие с выполнены они во флорариуме. То есть это поливается при помощи спринцовки. Небольшое количество водички. А, вот твои эти, мухобойки эти. Дианея. Тоже прикольно вот это. Мне такое нравится. Что купить? Ну, сейчас прям хватать и бежать. А да. Вот, смотри, какие бонсайчики. А это настоящее тоже, да, растение? Это все стабилизировано. О, и цена. Они живые, но только обработанные раствором, чтобы не подсыпались, это сухоцвет. Но они растут или нет? Или они вот в такой паре все время? Растут. А, я понял. Уход, просто ага. Подтирать от пыли. Красиво. Так, это магазин «Этаж». Сейчас посмотрим, что это за этаж. Что тут есть? Короче, посуда. Констовары есть. Игрушки.
Ручки, если сравнить, то, в принципе, такая же цена, как мы в классе брали. Че, в росте мы брали, да. Да, такая же цена, в принципе, на ручке. Я сравнить говорю, разница. Красивая посуда. Новогоднего еще ничего нет. Такие куча свечей. Так, пойдемте дальше. Так, спускаемся обратно. Так, тут овощи и фрукты. Посмотрим, экзотика есть или нет. Ага. Груша китайская. Прямо по курсу. Фейхуа. Виноградина. Кардинал. Давай кисточку возьмем. Да что такое? Это соки или что это? Да. Фреш. Ничего себе. Манго. Клубника. Лохрина. Папайя. А ну вот сюда, здесь интереснее. Кивано. Что такое кивано, не знаю, ребята. Каштаны мы ели. Кивано хорошая такая. Это что такое? Китайский лимонник. Смотрите, цена вот это вот. Ценный этот. А это что? Маракуйя. Гранадила. Вот это гранадила. 60 гривен. Мила, хочешь попробовать? Ой, он какой-то ля, нажми пустой. Тамарило. Не, мне понравилось вот это кивано такое, наверное, сочное внутри. А это гуава. Гуава. Рамбутан 700 гривен. Вот такие рамбутан и салак. А мы вот такую пробовали, да, мил, салак? А какой мы пробовали? Колючку, да, такую пробовали? Все, я понял. Так. Какой? Купили, а, да, она была пропавшая. Мангостан какой-то, 80 рублей. Неудачная мы покупали. Так, идемте дальше смотреть, что еще интересного есть. Орешки. Людей, конечно, куча. Так это сегодня еще не официальное открытие. А что будет впереди? Солями, малями. Всякие сыры. Это 100, за 100, а, за штуку 15 гривен. Так, а тут что-то йогурты домашние, сыр домашний с топленого молока, йогурт греческий, тут что-то домашнее производство какое-то, не знаю, что это домашнее молоко. Рисковать не будем, сыры всякие, ой, это мое любимое, сыры, мэры.
кашмиры, колбасы. О, вот это дело тут продается. Вот-то-то. Ляжки, ляжки, ляжки. О, это надо снять, ребята. Вот это я понимаю, тигрова креветка. Смотрите, вот мой палец. Миша, да? Да. Это дело. Филешку. Офигеть, осетрик. Как этот, дельфин. Заказывайте. Ничего, нет? Вы были бы деньги заказали. Да? А что, нет? Нету, конечно. А сейчас такое время, что деньги у всех есть. Вот они есть, и вот их сразу нет. Они есть, а потом... У нас нету, раз мы здесь стоим, торгуем. Мы зашли, это слюни поглотали. Мы что же, отторговались и зашли. Так, свежезамороженное. Милан, что не хочешь такое? О, манго резанное. Нифига себе, 250 гривен. Килограмм. Кукуруза. Такое. А это что, форель? Да. Ну, крупная уже такая. Уже потрошенная. Да, крупненькая. 200 гривен, это нормально. Но это ж не красная рыба, да? Как не красная? Красная? Это ее солить можно, да? Да, что не наесть красная, да? Рыба. Круто. Пеленгас. Да, рыбки много. Да, хорошая рыба. О, вот это дело. Вот это моя еда. Куча яичек. Так, что там еще? А, вон еще красота какая. Мидии. Кальмарчики. Офигеть! Такое бывает. Это малыш. Но круто. Я никогда такого не видела. Как он называется? Вот это... Рыба-парусник. Марлин. Марлин. 120 км в час плывет. Офигеть! Это же кто-то купит? А это за килограмм? Да, за килограмм. 1500. Дорадо. Ой, какие красивые. Осьминожки целые. А это сантаперый тунец. Круто. Осьминожки бэби. Это то, что в этом, во фритюрчике. Да, то большой. Это малыши. Ой, а вот это, лянь, видел? Ред. Красная рыба какая-то. Ред. Снеппер. Снеппер. Да. Ой, а вот это в точечку, видел? Император. Рыба-император. Это тоже у него. А вот, ля, какая интересная морда. Лицо у него, ля. Прикольно. Так, кулинария. Есть уже расфасованные салатики. Такая вкусняшка. Солянки. Ребят, и купил бы продуктов, но там-то очереди на кассах. Хотя, может, там небольшие очереди. Виноград такой. Я бы кисточку винограда купила. Я понял, ну сейчас спасу. Не, не срочно. Ну, очень не хочется. Ты шо? Я шо? Так, смотрим. Короче, все есть, ребят. Только надо теперь дождаться схлынуть толпа народу, когда. Ну, не такие уж и большие очереди.
как вы боялись. Ну да ладно. Все, выходим отсюда. О, а что это дают? А что даете? Апельсин. И на нем скидка в магазин Citrus. Давайте мы его отклеим сейчас. Удачи! На любой товар. Скидка, да? Да, 300 гривен. Вот у вас скидка на любой товар в магазине Citrus до 31 числа. А скидки... Апельсин съедайте, я наклейку. А скидки суммируются? Не-не-не, один апельсин, один... одна наклейка, один человек. Все, я понял, спасибо. А можно просто на скидку или просто скидка будет? Скидка на 300 гривен, тебе сказали. Ну, мы ничего в Citrus'е покупать не будем. Апельсин съедим. Тоже дело хорошее. Апельсин выносим. Так, выходим отсюда. С апельсином. Мила, апельсин съедим. Мила, сильно, слишком чистое стекло еще, как обычно. Вода из комода чистая. Надо отойти назад и сделать еще выйти. Ага, он реагирует на сенсор какой-то, да? Так, где выйти, господи? Все, сходили мы в супермаркет, класс. Завтра будет открытие официальное, сегодня неофициальное. Ну, что я вам хочу сказать, супермаркет большой, были бы деньги, как говорится. А все остальное можно купить. Выбор хороший, кулинарии много. Салатики, малатики, мясное, молочко. Все нормально. Ну, а по ценам будем смотреть, короче, сравнивать в дальнейшем. Так что завтра приходите, торжественно будет открытие в 12 часов дня. Так что все. На первом этаже тут есть тоже магазинчики. Всем пока. Спасибо, что были со мной. Это Снежана Проф.